Вітаю, друзі! Це Фабрика новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій співрозмовник сьогодні – блогер та політичний оглядач зі США Дмитро Абрамсон. Пане Дмитро, я рада вітати вас у нашому ефірі. Здравствуйте, очень приятно к вам присоединиться. Пане Дмитро, пропоную нашу сьогоднішню розмову розпочати ось такої новини. Україна готує сильний контрнаступ, який шокує весь світ. Про це заявив радник Залужного Ден Райс. Це, я нагадаю нашим глядачам, що це американський ветеран бойових дій, який був призначений радником генерала Залужного. Ну, дуже сильна заява. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цими словами? Ну, це абсолютно правильно. То ж саме публікується, на самом деле, в нашій пресі. Дело в том, что где-то в конце декабря, в начале января было принято решение о том, что в Украину нужно поставлять бронетехнику. Ожидалось на тот момент, что к весне Россия начнет очередное наступление, которое нужно отразить. И после этого, может быть, к концу весны, опять же, даты все были очень приблизительные, но к концу весны Украина ожидала, что организует контрнаступление. Но, в принципе, все плюс-минус так и происходит. Россия начала свое наступление чуть раньше, может быть, в феврале. У них ничего не получается, как мы видим, они несут колоссальные потери. И когда эта атака захлебнется, параллельно с этим украинские служащие учатся, как пользоваться западной бронетехникой, и ожидается, что, может быть, опять же, приблизительно это все, к концу весны, может быть, в начале лета, Украина организует контрнаступление уже против ослабевшей российской армии. Почему это важно? Дело в том, что в Америке, по крайней мере, и, наверное, Западе, как бы сложилась непростая ситуация. У нас есть сейчас финансирование для Украины, его хватит, наверное, до конца весны. А в нас в Конгрессе непростая ситуация, непонятно, что Конгресс сделает дальше. И поэтому очень важно, чисто вот даже не с военной, а с политической точки зрения, чтобы Украина, ну, наверное, продемонстрировала успешное контрнаступление, что они могут добиться с американской техникой. Это один из факторов, мне кажется. То есть это как бы такая, политически можно прочесть между строк. И плюс к этому это позволит... Значит, расчет идет на то, что Украина сможет захватить назад Мариуполь и Мелитополь и поставить под угрозу Крым. С точки зрения России Крым окажется под угрозой. Дальше, опять же, непонятно, будут ли какие-то переговоры или не будут, но если Украина решит пойти на переговоры в какой-то момент, наша задача, как союзника, создать такую обстановку на поле боя, чтобы Украина оказалась в самой сильной позиции с точки зрения переговоров. Что это значит? Россия несет колоссальные военные потери, теряет территории, Крым под угрозой. И вот если Украина в этой ситуации решит пойти на переговоры, возможно, это убедит Путина, что нужно тоже садиться за стол переговоров и идти на какие-то серьезные уступки. Это приблизительно, как выглядит сейчас ситуация на ближайшие несколько месяцев. Естественно, мы не знаем точно, что произойдет, но вот, мне кажется, такой сценарий сейчас рассматривается. Дмитре, ну якби Збройні Сили України не демонстрували вже успіхи на фронті, напевно, ми б такої підтримки не мали наших союзників, то як ви вважаєте, чи ось цей контрнаступ, так, про який ми всі говоримо, і наші партнери в Україні активно, і наше військово-політичне керівництво про це говорить, чи буде в нас одна спроба ось цього контрнаступу, як ви вважаєте? Вы знаете, здесь очень много разных факторов. Я могу вам рассказать, что происходит у нас в Америке. Значит, война полномасштабная, я понимаю, что война началась еще в 2014 году, но то, что мы называем полномасштабная война, уже идет больше года. И, к сожалению, уровень поддержки среди избирателей, он немножко, но заметно упал, особенно, к сожалению, в республиканской партии. Ну, мы говорим там про, может быть, 10-15% пошел вниз, там есть разные опросы общественного мнения, но, в принципе, они приблизительно показывают одно и то же, но среди республиканцев уровень поддержки может быть на 15-20% ниже, чем среди демократов. А вторая проблема, что к власти в нижней палате представителей пришли республиканцы, и спикер Кевин Маккарти не мог получить позицию спикера, за него голосовали, если вы помните, в январе 15 раз, потому что его шантажировало трампистское крыло республиканской партии. И он в процессе этих переговоров вынужден был пойти на колоссальные уступки. Мы точно не знаем на какие, но очень вероятно, что Украина была в этом списке, потому что вот это небольшое, может быть, трампистское крыло
которые блокировали его, ну, от того, чтобы он получил должность спикера, они в частности, там было много требований, в частности, были категорически против поддержки Украины. Конгресс отвечает за наш, ну, кошелек американский. Последний пакет помощи, бюджет, который был выделен для Украины, был выделен в декабре на 45 миллиардов долларов. Там не только оружие, там много всего разного. Но почти все для Украины, и, ну, приблизительно, я сейчас точно не помню цифры, но больше половины это вооружение, ну, плюс финансовая помощь, благотворительная помощь, там, гуманитарная помощь, какая-то помощь для союзников, которые помогают Украине. То есть там большой пакет. Эти деньги, вероятно, закончатся где-то вот как раз к концу весны, к началу лета. И тогда нужно будет выделять новый бюджет для продолжения финансирования украинского правительства, финансовой помощи, то есть гуманитарной, и поставок оружия. А спикер, к сожалению, имеет колоссальную власть в Палате представителей. То есть он может лично заблокировать любой закон. И если это была одна из уступок, на которую он пошел, а это очень вероятно, он может заблокировать или затормозить, или заблокировать следующий пакет помощи для Украины. То есть это вот ситуация, как я ее сейчас оцениваю, то, что мы знаем на сегодняшний день. Мы узнаем, что именно произойдет, когда до этого дойдет время голосовать за следующий бюджет. В Конгрессе есть, в Палате представителей есть разные маневры, которые могут, они могут попытаться обойти спикера, но пока что в республиканской партии я не вижу достаточно желания, ну, бунтовать против руководства партии. Вот. Вот это вот мы все как бы узнаем в будущем. Теперь, с точки зрения наших европейских союзников, у них есть у многих аналогичные внутренние проблемы, где есть движение против Украины, есть движение за Украину. И эта коалиция, задача удержать эту коалицию долгосрочно, вот Америка, НАТО, страны Европы, удержать ее долгосрочно, более того, послать Путину сигнал, что она никуда не денется. Потому что Путин может смотреть на это все и рассчитывать на то, что если он переждет, если он еще затянет эту войну, может быть, еще на полгода или на год, то у Запада, ну, как у нас говорят, устанет от Украины. И поддержка эта может уменьшиться. Поэтому идет как бы вот такой вот информационная, что ли, война между тем, что Путин, на что Путин надеется, и то, что мы пытаемся ему показать. Чем это противостояние и чем эта информационная война закончится, я не могу предсказать, но успешное контрнаступление со всей вот западной техникой, которая была поставлена, то есть мы говорим про американский Брэдли и Страйкер, и аналогичные системы из Европы, и танки Леопард, и, может быть, в будущем Абрамс, хотя Абрамсы будут намного позже. Все это должно помочь Украине очень сильно сейчас, когда Украина никогда не была такой бронетехники западной. И вот да, это успешное контрнаступление с политической точки зрения может быть очень важно сейчас. Дмитро, от ви говорите про те, що Путін сподівається, що Захід втомиться, і видання Bloomberg, якраз коментуючи поїздку Сі до Путіна, пише про те, що Білий Дім якраз занепокоєний тим, що ось союзники, так, які втомилися від війни в Україні, можуть піти на зустріч, скажімо так, Китаю, так, і будуть, ну, Китаю вдасться, скажімо так, їх вмовити в тому, що Вашингтон також не зацікавлений у мирі. От чи ось ці занепокоєння дійсно мають місце? От про що говорять у США? В отношении Китая конкретно? Про те, що Захід може втомитися ось і піти і, ну, буде розмовляти з Китаєм щодо мирного плану. Я не думаю, я не вижу, понимаете, администрация, то есть международные отношения, это прежде всего администрация президента. Администрация Байдена не поменяла свою позицию по поводу Украины, я бы сказал, уже на протяжении полутора лет, потому что это началось еще до полномасштабного наступления, когда к нам начали поступать разведданные о планирующемся открытии нового фронта, о планах Путина, и Байден от начала до конца был на стороне Украины, его критикуют, что, может быть, можно было бы сделать больше, но, в принципе, его позиция за это время не поменялась, независимо от опросов общественного мнения, настроения в Конгрессе и так далее. И в данном случае Байден очень хорошо знаком с президентом Китая. Он еще, по-моему, будучи сенатором или вице-президентом, он с ним встречался, то есть он знает, с кем он имеет дело. Вообще, я должен сказать, что у Байдена, ну, по-моему, около 50 лет опыта в политике, в том числе очень много лет международной политики. То есть мы имеем дело с человеком, который действительно знает, что он делает, плюс у него очень сильная команда.
Поэтому я думаю, что они оценивают ситуацию с Китаем очень даже рационально, и они не собираются, естественно, идти на какие-то, ну, на поводу Китая в отношении Украины. Такой вопрос вообще не стоит. Вопрос стоит в том, что Китай пытается или думает о том, насколько сильно они хотят помогать России. И наше правительство публикует заранее эту информацию. Это один из приемов, который они делают. Они говорят, к нам поступила информация, что Китай, может быть, начнет поставлять в Россию оружие. Эта информация, ну, я не знаю, рассекречивается и как-то обнародовывается. Зачем? Чтобы отсигналить и Китаю, и всем, что мы об этом знаем, мы об этом говорим, и вас ждут нехорошие последствия, если вы это сделаете. Но при этом, да, обсуждается, что угроза того, что Китай может начать поставлять оружие в Россию, есть. Они это решение еще не приняли. Если они это примут, это, конечно, ну, нам не на пользу, это затянет войну, потому что, опять же, все эти санкции, которые мы ввели против России, они работают, но они работают, к сожалению, медленно, потому что многие страны не подключились к этим санкциям. То есть они давят, но это занимает время. И вот сейчас, когда как бы они давят по нарастающей, то есть чем больше они существуют, тем скорее у России заканчиваются, ну, грубо говоря, микросхемы, чтобы делать новое оружие. И если Китай сейчас решит помочь России, естественно, это, ну, намного затянет действие санкций, затянет конфликт. Я уточню щодо Китаю. От аналізуючи підсумки візиту Сі до Путіна, скажіть, будь ласка, ви для себе що основного підкреслили і про що говорять, на чому акцентують увагу у США? От ви говорили до того, що буде давати, наприклад, там Китай зброю, так? Це головний акцент чи ще на чомусь? Ну, мне кажется, что из того, что я вижу, из того, что у нас пишется в нашей прессе, то консенсус такой, что Китай и что Россия пытается как бы показать, что у них как бы союз с Китаем какой-то. А для Китая Россия это такой младший партнер. И они, с одной стороны, у них общие антизападные интересы, то есть у них как бы общие геополитические оппоненты, потому что Китай хочет занять более мощную позицию в, ну, геополитике в мире. А с другой стороны, Китаю нет никакого другого смысла поддерживать Россию, потому что, ну, они, да, они получают от России, все равно получают ресурсы, то есть они там покупают нефть, газы, может быть, другие какие-то ресурсы, это не меняется, но дальше поддерживать Россию Китай, возможно, не имеет смысла. И когда возникает вопрос о том, что Россия может воспользоваться ядерным оружием, один из расчетов на то, что это не произойдет, то есть риск есть, расчет на то, что это не произойдет, потому что ни Китай, ни, скажем, Индия не позволят, то есть последствия будут не только со стороны Запада и со стороны Америки, но и со стороны таких стран, как Китай и Индия, которые тоже категорически против использования ядерного оружия. То есть Путин может потерять даже их поддержку в данном случае. Поэтому это больше шоу, то, что Си встретился с Путиным, и никаких как бы реальных каких-то последствий от этой встречи, каких-то новых договоренностей или каких-то, я не знаю, каких-то новых совместного партнерства, усиления отношений мы не видим. Нам кажется, что это больше как шоу. Добре, Дмитре, ми нашу розмову розпочали з підтримки. Якщо дозволите, я все ж таки ще вас уточню. От, тому що остання новина – це про те, що США передадуть Україні танки «Абрамс» з наявності Пентагон, а не виготовлятимуть нові, як планувалося. Про це заявив Ллойд Остін. Мова йде про 31 танк «Абрамс». Чи можемо також, от десь кілька тижнів тому, кілька днів тому, була новина про те, що сенатори вимагали від Пентагону вигадати, як відправити Україні F-16. Ось цей пакет допомоги, який включає 350 мільйонів доларів, якщо я не помиляюся, він не включав у себе так і Абрамс, і F-16. Але ми бачимо, що по Абрамсах уже позитивна новина є, так? І ми розуміємо, що ми їх отримаємо. Як ви вважаєте, чи отримаємо ми F-16, так, тому що дуже багато розмов точиться навколо цього питання, і чи є у вас впевненість в тому, що Сполучені Штати наразі зроблять все, от, можливо, для нашого успішного контрнаступу, і дадуть нам всю необхідну допомогу? Це дуже обширна тема з всіх сторон. Звісно, в любой войне, в любой ситуации, ну, нужно как можно больше оружия, чтобы можно было воспользоваться как можно быстрее. Никаких, как бы, тут это понятно. Там у нас как бы несколько проблем, когда
ресурсы ограничены, и речь идет не только о деньгах, но и о самом вооружении, о логистике, и во всех решениях, во всем, что должно произойти, об обучении, обо всем, что должно произойти, чтобы Украина получила вооружение. Ну, давайте посмотрим, что уже происходит. Значит, оружие... У нас несколько программ поставки оружия для Украины. То есть там выделяются деньги на несколько программ. Самая лучшая, наверное, самая быстрая, это программа Presidential Drawdown Authority, переводится PDA, это право президента передать оружие в Украину со складов Пентагона. Его не надо производить, оно есть. Определяется, какое оружие мы можем отдать. Много идут переговоры с украинскими военными, там много обсуждается, что им нужно, чем они умеют пользоваться, что мы можем быстро поставить, что нам не нужно, потому что у нас обязательства по всему миру, мы не можем отдать все, то есть они решают, что можно отдать. И по этой программе Украина получила на сегодняшний день оружие на почти 20 миллиардов долларов. Как только принимается решение, это оружие поступает в Украину иногда в течение нескольких дней. То есть это очень быстрая программа. Конгресс дальше выделяет деньги на закупку оружия, чтобы пополнить запасы Пентагона. То есть это процесс асинхронный. Сначала мы отдаем то, что есть, потом мы закупаем то, что мы отдали. Вторая программа очень важная. Это называется Ukraine Security Assistance Initiative, USAI. Это программа специально для Украины. И деньги на эту программу выделяются Конгрессом, но они могут быть использованы в самым разным образом. Это может быть закупка оружия у военно-промышленного комплекса, это может быть обучение военных, там много разных вещей, как бы много разного всего, как они могут эти деньги потратить. Но это занимает время. Если они закупают, допустим, Абрамсы у военно-промышленного комплекса, они пишут, да, мы выделили вот там несколько миллиардов на Абрамсы. Это не значит, что завтра Украина их получит. Они должны быть произведены. И это касается систем ПВО на САМС, например, какие-то системы были, их отдали сразу, какие-то был сделан заказ на эту сумму у военно-промышленного комплекса. Это занимает время. Плюс там есть еще программа Foreign Military Financing. Это что-то типа как бы карточки, как бы баланс, который Украина может потратить уже сама на любое наше вооружение, может сама принять решение. И есть еще более мелкие программы, которые не имеют большой роли, но они тоже существуют. Поэтому, если мы возвращаемся к Абрамсам, проблема с Абрамсами, что мы не можем отдать то, что непосредственно у нас сейчас на вооружении, их может быть не так много, очень много техники стоит на консервации, стоят каркасы этих Абрамсов, которые находятся в нерабочем или в полурабочем состоянии. И когда мы говорим, что мы их обновим, то есть берется какой-то старый каркас этого танка, и он поступает на завод, и его полностью меняют всю электронику, обновляют все, приводят его в порядок, и... Ну, можно сказать, Украина получает тогда новую машину, но нас как бы на старом каркасе это нормально, так они очень часто и производятся. Что произошло с Абрамсами? Абрамс намного сложнее просто как танк, он намного сложнее, чем Леопард. Это значит, что он хороший, никто не говорит, что он плохой, он замечательный, но ему нужна инфраструктура. Он очень тяжелый, нужно машины для его обслуживания, нужно депо для его обслуживания, нужно обучить не только танкистов, но и обслуживающий персонал. Он ест очень много горючего, он предпочитает авиационное, я забыл, как называется, но не дизель, а авиационное топливо, у него так называемый авиационный двигатель. То есть там очень много проблем с его внедрением. И это занимает время, и плюс обучение. И поэтому, когда шла речь про Абрамсы, говорили так, Украине нужно что-то сейчас. Украине нужно что-то для контрнаступления сейчас. Если мы скажем завтра, что мы поставляем Абрамсы, они не успеют их внедрить. Мы не успеем их поставить, они не успеют обучиться, не успеют их внедрить. И поэтому, когда говорили про Абрамсы, шел разговор о том, что, может быть, это произойдет осенью, может быть, это произойдет в следующем году. То есть решение принято, но это занимает время. Почему вообще было принято по этому решение про Абрамсы? Потому что Германия Германия, они хотели совместного решения. Они не хотели быть единственной страной, кто скажет, да, мы поставляем леопарды. Или мы разрешаем поставить наши леопарды. И это частично, вот этот 301 Абрамс, который мы пообещали, это было частично решение политическое. То есть было объявлено, да, мы дадим Абрамсы, когда это произойдет, мы знаем, может быть, через полгода, может быть, через год. И сейчас вот последнее объявление было о том, что все-таки они, вместо того, чтобы поставлять самую последнюю модель, будет поставлена предыдущая модель, но быстрее. То есть это 31 Абрамс с обслуживающей техникой, там несколько машин идут к нему, которые должны его обслуживать, эвакуировать с поля боя и так далее. Они будут, вероятно, поставлены к осени, и за это время мы успеем обучить украинских военных.
И на самом деле с обучением та же самая ситуация. То есть, вот, например, было принято решение поставить патриоты. Ну, потрясающая система, Украине нужна, идет обстрел городов, инфраструктуры, гражданского населения, абсолютно нужна. Значит, обучение на патриотах, вот я читал, только заканчивается сейчас. При том, что это было ускоренное обучение украинских военных, которые отзывы потрясающие, насколько быстро они все выучили, как они в этом хорошо понимают. 6 дней в неделю, по-моему, 10 часов в день обучения, но это заканчивается 10 недель, ускоренное обучение заканчивается только сейчас. Та же проблема с танками, та же проблема со всем остальным, и в этом контексте нужно расставлять приоритеты. Что Украине нужно сейчас прежде всего? Сейчас идет нехватка боеприпасов, номер один. Нужно обучение на всей бронетехнике, которая уже поставлена. Челленджеры, леопарды, абрамсы. Абрамса еще нет, значит, Брэдли, Страйкер и вот французская техника, я, честно говоря, не помню всех названий. Нужно обучение на этом. И системы ПВО. Это сейчас впереди абрамсов и впереди самолетов F-16. Теперь, если говорить про самолеты F-16, те же проблемы – это обучение, инфраструктура, кто-то их должен обслуживать на земле, это запчасти к ним, и это все занимает время. Поэтому, опять же, если мы возвращаемся к контрнаступлению сейчас, F-16 не могут, не успеют. Ни с точки зрения обучения, ни с точки зрения поставок. Кроме того, с точки зрения приоритетов, над небом Украины, мы наблюдали вот уже больше года, военные выучили очень много уроков в результате этой войны, и мы наблюдали уже больше года, что доминирует система ПВО. Да, самолеты нужны, есть функции, которые они выполняют, но летчики боятся с обеих сторон приближаться к тем территориям, где работают системы ПВО, потому что риск погибнуть и потерять самолет, самому погибнуть, очень высокий. Если взять F-16 самолеты в вакууме, то можно было бы поставить быстро, ускорить обучение, выделить все деньги и так далее. Но если смотреть на полную картину, то F-16 сейчас не приоритет. Я думаю, что в конце концов Украина их получит. Я вижу, что лед тронулся, потому что уже 2 украинских, опытных украинских летчика ездили в Аризону, если я не ошибаюсь, и они приехали туда, чтобы американские военные инструкторы оценили их уровень, потому что это очень опытные пилоты, которые участвовали непосредственно в военных действиях, и они могут пройти, наверное, ускоренное обучение на F-16, на другом типе самолетов. И это очень важно, потому что это позволяет американским военным составить программу обучения. То есть вот встреча с ними, обсуждение, что им нужно, позволяет составить программу обучения. Без программы обучения ничего другое не может произойти. То есть это первый необходимый шаг. Поэтому я не могу, конечно, предсказать будущее, но я думаю, что в конце концов Украина получит и самолеты F-16 тоже. Просто это займет время, и это не решит проблему непосредственно сейчас. Дмитрий, я вам дуже дякую за таку детальну відповідь. Також хочу запитати вашу думку стосовно заяви Ентоні Блінкіна щодо ордеру на арешт Путіна. Він заявив про те, що якщо Путін поїде до країн Європи, які підписали Римський статут, то його мають заарештувати. Як взагалі сприйняли цю новину про видачу ордеру на арешт Путіна у Сполучених Штатах? Що, скажімо так, про це пишуть от у ваших новинах? Так, і скажіть, чи вірите ви в те, що Путін може таки опинитися на лаві підсудних? У нас сразу же сказали, что это во многом символический шаг. Это очень важный шаг. Я не хочу как бы преуменьшать, но с точки зрения практических последствий на сегодняшний день, это, скорее всего, ничего не поменяет. Мы знаем, что он военный преступник. Я не знаю, может, он тоже понимает, что он военный преступник, или что мы знаем, что он военный преступник. И теперь Гаагский трибунал подтвердил то, что и так все понимают. Они выставили ему официальное обвинение. Рационализация там была, почему выставлять это обвинение сейчас, что, может быть, это на него как-то подействует, и он приостановит военные преступления. Конкретно речь шла о том, что они насильно переселяют украинских детей в Россию. И это считается как своего рода геноцид или военное преступление. И что, может быть, такое объявление как-то приостановит этот процесс. С практической точки зрения, пока он у власти, Гаагский трибунал ничего не может с ним сделать.
Есть, возможно, ну, как бы говорят о том, что да, если он покинет Россию и посетит какую-то страну, которая состоит в Гаагском трибунале, то теоретически эта страна может его выдать. Хотя и это не гарантировано, потому что были случаи, когда этого не происходило. Когда лидер какого-то государства, против которого есть ордер на арест, попадал в какую-то страну, и они, ну, по каким-то политическим или другим причинам отказывались его арестовывать. Но если Путин не посетит ни одну из таких стран, и пока он остается у власти, с практической точки зрения, к сожалению, это сегодня ничего не поменяет. А если он потеряет власть, тогда его ждут очень серьезные последствия, что с Гаагским трибуналом, что без Гаагского трибунала, потому что, ну, он может просто не дожить. Скорее всего, может просто не дожить, а если доживет, его, может быть, и выдадут тогда. Поэтому у нас, да, у нас на это смотрят хорошо, но на сегодняшний день это больше символический шаг. Медведєв, як реакцію, так, він там погрожував бомбити і Гаагу, і Бундестаг також. Скажіть, будь ласка, от якщо Путін зрозуміє, що йому вже там загрожує арешт, чи наважиться він, ну, на ядерну кнопку, так, на ядерну зброю, чи ні, ось з цієї точки зору? Ну, риск ядерної ескалації не нульовий. Ну, будемо говорити чесно. Но оценка наших аналитиков, наших экспертов, что он значительно меньше сейчас, чем мы думали, оценки, да, поменялись, чем мы думали, скажем, год назад или полгода назад. Оценки риска поменялись приблизительно в декабре, вот когда было принято решение, мы не боимся, мы будем поставлять теперь и бронетехнику тоже. Эти оценки рисков не базируются на заявлениях Путина или Медведева или еще кого-то в российском правительстве, потому что, ну, их, по-моему, уже давно никто не воспринимает всерьез, все, что они говорят, потому что это либо обман, либо это какой-то блеф. Эти оценки базируются на анализе ситуации, на анализе разведданных. Мы получаем, очевидно, поскольку мы знали планы Путина о наступлении за несколько месяцев, только это началось, у нас очень серьезные разведывательные возможности. И в результате анализа и разведданных оценки риска ядерной войны значительно уменьшились. Но это всегда, как бы, это всегда фактор в принятии решений и наших союзников. Это всегда учитывается риск эскалации, риск прямого конфликта со страной НАТО. И несмотря на всю риторику со стороны Москвы, они и мы пытаются избежать, мы это видели, они пытаются избежать прямого конфликта с НАТО, прямой эскалации. Дмитро, и кілька питань щодо вашого внутрішнього порядку денного. Я так розумію, що в Сполучених Штатах готуються до протестів, які анонсував Трамп, так, і він анонсував свій арешт. Скажіть, будь ласка, і закликав своїх прихильників виходити на ці протести. От скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи буде такий арешт? І чи правильно я розумію, що там передвиборча, скажімо так, кампанія у самому розпалі, так, тому що один з його також, скажімо, так, конкурентів, так, також від республіканської партії Десантіс, так, він тепер теж говорить про те, що Путін – це військовий злочинець, його треба притягти до відповідальності. Тобто, що у вас там відбувається? Нас, звичайно, все це цікавить з точки зору, як чи отримуватиме Україна далі допомогу, так, і якщо переможе, ну, ми будемо спостерігати, ну, чи один, чи другий кандидат, якщо, як це для нас тоді розвиватимуться події? Да, значит, к сожалению, республиканская партия все еще находится под влиянием Трампа и трампизма. То есть я лично могу сказать, что я категорически против. То есть я был раньше республиканцем, я ушел из республиканской партии, когда Трамп пришел к власти. Для меня это лично принципиальный момент. И то, что поддержка Украины упала среди республиканцев, это во многом из-за Трампа, когда он начал делать заявления о том, что там у Путина гениальные миротворцы, о том, что, может быть, нужно было отдать часть украинских территорий Путину. То есть он сделал уже там очень много заявлений, там можно все почитать и процитировать.
Но он открытым текстом говорил, что войну надо заканчивать. Ну, как заканчивать? Через договор... какие-то переговоры с Путиным, с какими-то компромиссами, со сдачей территории, особенно с территории, говорят какие-то по-русски. То есть это как бы его позиция. И мне кажется, что иногда бывает такое заблуждение, что в демократической стране вот, избиратели диктуют политику, что ему делать. А на самом деле это работает в обе стороны. Если у Трампа есть его избиратели, которые поддерживают в любом случае, называют это своего рода культ, то происходит обратное. Они его поддержат не из-за Украины или не поддержат. Они его поддержат по каким-то совсем другим причинам. И когда их дорогой лидер говорит им, что он против поддержки Украины, они занимают его позицию, даже если, может быть, до этого они ее не занимали. И Десантис, который на сегодняшний день является самым сильным кандидатом против Трампа внутри республиканской партии, его предвыборная кампания, ну, она практически идет, он о ней официально еще не объявил, честно говоря, но мы знаем, что он будет баллотироваться. Его значит, подход к предвыборной кампании, он будет делать все, что делает Трамп. То есть он хочет забрать избирателей Трампа, то есть он будет говорить, я... дам вам то же самое, что дает вам Трамп, но без самого Трампа, без судебных процессов, без скандалов, без постоянных заявлений. Ну и, но в остальном я буду как бы преследовать ту же политику, что преследует Трамп. Это его как бы маркетинг, да, для избирателей. И когда пошла речь об Украине, он точно так же занял позицию Трампа. Он ответил в письменном виде, это не было прямой эфир, это не было там как бы живьем. Он ответил в письменном виде на вопрос Такера Карлсона, который открыто выступает за Путина и против Украины, который имеет достаточно сильное влияние в республиканской партии. Он в письменном виде сказал, что мы не должны, это не в наших интересах вмешиваться в территориальные разборки, да, между Россией и Украиной. На него набросились республиканские ястребы, которые есть, их много, они просто не могут выиграть, я считаю, в внутрипартийной предвыборной кампании, но их много, они есть. Они набросились на Десантиса, как же так, как же ты такое заявил? И он в следующем интервью с Пирс Морганом сказал, ну, я не совсем, вы меня неправильно поняли, меня неправильно охарактеризовали то, что я сказал, я там все достаточно ясно, что он пытался сказать, но я, в общем, имел в виду совсем другое, и я считаю, что Путин военный преступник, и что это нелегальное вторжение в 2014 году, в 2022 году. Я все это знаю, со всем этим согласен. Я просто не считаю, что мы должны послать американских солдат туда. Хотя никто его не спрашивал про участие американских солдат в этом конфликте. Вопроса такого не стояло. Вопрос стоял, мы должны поддерживать... Как бы вопрос главный, что мы должны продемонстрировать. То, с чего мы начали, продемонстрировать и Путину, и всему миру. Мы с Украиной до победы. Поэтому, когда любого политика, я считаю, задают вопрос об Украине... Нужно просто автоматически сказать, мы с Украиной до победы, независимо от всех нюансов, что ты думаешь, что ты будешь делать, когда ты через, может быть, через два года придешь к власти. Этого не произошло. Когда это не происходит, то есть не в первом, не в ответе Такеру Карлсону, не в ответе Пирсу Моргану, я этого не услышал. Я услышал какие-то, такой танец политика, который пытается усидеть на двух стульях. Когда это не происходит, Путин за этим следит, безусловно, и он думает, окей, может быть, если я подожду, то с чем мы начали, я подожду, если я эту войну растяну, может быть, Запад устанет, может быть, к власти придет Десантис, или наш спикер Кевин Маккарти заблокирует следующий пакет помощи. Поэтому проблема как со стороны Трампа, так и со стороны Десантиса, если смотреть сегодняшний опрос общественного мнения среди республиканцев, между ними двумя у них около 80%, 70-80% голосов внутри республиканской партии. Понятно, что за год все может поменяться, но, опять же, мы смотрим, Украина смотрит сейчас, Путин смотрит сейчас, решения принимаются сейчас, война пройдет сейчас, идет сейчас. Что будет через два года, если один из них выиграет, может быть, уже не настолько актуально, все может поменяться. А вот то, что два кандидата выступают в большей или меньшей степени против Украины или даже на стороне Путина, и у них 70-80% поддержки, это проблема сегодня.
Дмитре, я надзвичайно вам дякую за цікаву розмову, за всі ваші відповіді, за те, що ви знайшли та приділили нам час. І користуючись нагодою, я, звичайно, вас ще запрошую до нас на Фабрику новин. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал Фабрика новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором нашого YouTube-каналу. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Пане Дмитре, я буду рада вас бачити ще у нас на фабриці. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно. Спасибо.